Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налоговым спорам, на этот раз за октябрь 2018 года. Традиционно предлагаю сначала рассмотреть кратко те судебные акты, которые были приняты судебной коллегией по экономическим спорам. И вообще следует заметить, что в октябре судебная коллегия работала достаточно активно и приняла целых 5 судебных актов, связанных с налоговыми вопросами. При этом, что интересно, все эти судебные акты в пользу налогоплательщиков. Но, на мой взгляд, центральным судебным актом октября следует признать дело «Центральная ТЭЦ». Вообще, в данном деле рассматривался вопрос о том, необходимо ли облагать НДС операции по реализации товаров, которые произведены организацией, находящейся в стадии банкротства, в рамках текущей деятельности. Ну и в данном случае судебная коллегия пришла к выводу о том, что соответствующие операции подлежат обложению НДС. И, в общем-то, этот вывод он был в пользу налогоплательщика. Но на самом деле, на мой взгляд, центральным выводом в данном судебном решении является вывод, который, скажем так, в меньшей степени касается вопроса, который непосредственно рассматривался в судебном акте. Дело в том, что при обосновании своей позиции о необложении соответствующих операций НДС налоговый орган ссылался на некое письмо ФНС России, которое было предметом рассмотрения Верховного суда в рамках дела о признании соответствующего письма не соответствующим закону. Ну, в данном случае речь шла о процедуре рассмотрения ненормативного акта, имеющего определенные нормативные свойства. И Верховный суд указал на то, что сам по себе факт того, что соответствующее письмо не было признано несоответствующим закону, не означает, что Верховный суд согласился с той позицией, которая в данном письме отражена. Это очень важный вывод, поскольку он достаточно серьезно минимизирует негативные последствия, связанные с неудачным оспариванием различных разъяснений фискальных органов. Ну, в данном случае речь идет прежде всего о письмах либо Минфина, либо ФНС России. Поэтому, конечно же, обратите внимание на данный судебный акт. Следующий судебный акт, он был связан со спором между государственными, по сути дела, структурами, налоговым органом и Главным управлением Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области. В данном случае в судебном акте было признано, что доходы, которые получает исправительная колония в результате деятельности заключенных, эти доходы должны рассматриваться в качестве целевого финансирования. И значит, такие доходы не подлежат обложению налогом на прибыль. Следующий акт, он известен, и на самом деле он повторяет дословно те выводы, которые содержатся в акте, который был принят еще в сентябре 2018 года по делу того же налогоплательщика. То есть в данном случае речь идет о том, что налогом на имущество не должно облагаться имущество, которое, по сути дела, отсутствует, поскольку уничтожено. Вот, ну, об этом деле я достаточно подробно говорил, как в выпуске, новостном выпуске за октябрь 2018 года, так и в обзоре судебной практики по налоговым спорам за сентябрь 2018 года. Поэтому, кому интересно, посмотрите данные материалы. Следующее дело, оно, на мой взгляд, тоже очень важное. Это дело новомосковской компании «Азот». В данном деле рассматривался вопрос о том, при каких условиях можно применять льготу освобождения по движимому имуществу.
И в данном случае Верховный суд сформулировал важные подходы, которые, безусловно, будут иметь значение и в других спорах. Здесь я достаточно подробно не буду говорить об этих выводах, потому что я так полагаю, что, конечно же, с этим судебным актом необходимо всем специалистам, конечно же, подробно ознакомиться. Ну и, наконец, еще одно дело. Это дело завода «Искра». И данное дело, оно интересно с точки зрения толкования закона, поскольку в этом деле рассматривался вопрос, как истолковывать фразу закона о том, что налог должен быть уплачен до 30 числа. В данном случае рассматривались варианты, что крайним сроком уплаты должно быть 29 число, либо второй вариант, что все-таки 30 число также, в соответствующий день, 30 число, также можно уплатить налог. И, в общем-то, суд, исходя из пункта 7 статьи 3 НК РФ, истолковал данную ситуацию в пользу налогоплательщика и посчитал, что фраза «до 30 числа» означает, что и в 30 число можно уплатить налог, и это не будет считаться нарушением срока уплаты налога. В целом же все эти судебные акты так или иначе рассматривались и обсуждались специалистами, есть определенные статьи по этим судебным актам, поэтому, безусловно, посмотрите. Следует заметить, что достаточно интересные выводы содержатся и в отказных определениях, которые были приняты судьями Верховного суда. И хотел бы начать с дела завода химических реагентов. Дело очень интересное, поскольку на самом деле налогоплательщик спор выиграл. Но, тем не менее, налогоплательщик продолжал оспаривать судебные акты. В чем тут дело? Дело в том, что налоговый орган посчитал, что арендная плата, которую установил налогоплательщик для своих арендаторов, она является заниженной. И в связи с этим налоговый орган посчитал, что, по сути дела, налогоплательщик, да, там, получал необоснованную налоговую выгоду и пересмотрел стоимость арендной платы. Но в данном случае налоговый орган руководствовался тем, что арендные отношения они сложились между взаимозависимыми лицами. Вот. Но при этом налоговый орган использовал затратный метод для определения рыночных цен по аренде. И суды указали на то, что такое применение не обосновано, поскольку налоговый орган не привел доказательств того, что не может налоговый орган применять более приоритетные методы определения рыночности цен. В этой связи налоговый орган, собственно говоря, и проиграл дело. Но, тем не менее, налогоплательщик был недоволен выводами, которые содержатся в судебных актах, поскольку считал, что вывод о возможности, по сути дела, контроля цен между взаимозависимыми лицами, этот вывод не соответствует законодательству. Однако суды посчитали, что такие полномочия у налоговых органов есть. И, безусловно, суды ссылались на ту судебную практику, которая была сформирована именно Верховным судом. Следующее дело интересное – это дело «Актив.РУС». Вообще, это дело оно связано с концепцией бенефициарного собственника. Дело в том, что суды и судья Верховного суда признали, что российская организация не исполнила обязанности налогового агента. В данном случае доход выплачивался кипрской компанией, и, соответственно, применялись положения соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. И в связи с этим российская организация, да, исходила из того, что соответствующие доходы, вроде то ли не облагаются налогом, то ли облагаются по более низкой ставке. Здесь это не принципиально. Важно то, что суды признали, что кипрская компания, она не является фактическим получателем дохода. Либо, иными словами, не является бенефициарным собственником соответствующих доходов, поскольку эта кипрская компания носит технический характер и осуществляет только деятельность, связанную с получением
и переводом денежных средств. Реальным получателем дохода являлась, насколько я помню, некая израильская компания. Вот. И в связи с этим было признано, да, что российская организация ненадлежащим образом исполнила обязанности налогового агента. Вообще, если честно, по-моему, на уровне Верховного суда это первый такой судебный акт, в котором упоминается, ну, точнее, применяется соответствующая концепция. Хотя, возможно, что я и ошибаюсь, если действительно есть и другие судебные акты, ну, в том числе отказные определения, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Следующее дело – это дело ярославского налогоплательщика. Оно достаточно интересно по содержанию. Дело в том, что у налогоплательщика имелись дамбы и плотины, и налогоплательщик считал, что данные объекты не подлежат обложению налогом на имущество. При этом налогоплательщик ссылался на положение налогового кодекса о том, что водные объекты не подлежат обложению соответствующим налогам. Однако суды с такой позиции налогоплательщика не согласились и указали на то, что на самом деле не любой природно-антропологический объект, да, подлежит освобождению налогом на имущество. В данном случае подлежат освобождению лишь те объекты, которые, во-первых, могут, с помощью них можно извлекать какую-то энергию, они являются продуктом потребления либо продуктом производства. И суды признали, что в данном случае дамбы и плотины не отвечают соответствующим признакам и поэтому подлежат обложению налогом на имущество в общеустановленном порядке. Поэтому налогоплательщикам следует принять во внимание как данное дело, так и другие дела, которые я перечислил, в целях правильного определения либо своих налоговых обязательств, либо оценки своих налоговых рисков. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.